Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру из серии Бревланд Волшебники. Поехали. Так, легко, нормально. Давай вот так вот. 10 лет Диана изучала магию в Академии Волшебства. Наконец, настал последний день обучения. По традиции, совет профессоров вручил Диане волшебный посох. Но звание волшебника еще нужно оправдать, пройдя последнее испытание. Последнее испытание, только мне выпало пройти его в Великой Библиотеке, вот это да. Ох, оттуда давно не было вестей, внешний мир опасен. Кто знает, как он изменился за все эти годы. Не переживайте, я тщательно посещала все ваши лекции и вернусь быстрее, чем вы скажете. Трансмургрификация. Ага, ну что, пойдем. И зачем ты подсыпал тот порошок профессору? Нас всех из-за тебя отчислили. Хм, а кто этот порошок готовил? Напомни-ка. Ой, смотри, это Диана, лучшая ученица факультета. Дайте пройти, я направляюсь в Великую Библиотеку. Нет времени на разговоры. Ого, может, мудрецы примут нас на обучение? Возьми нас с собой. Ладно, все равно одно и путешествовать скучно. Только не отставайте. Послушники к нам присоединились. Ну-ка. Говорят, мой брат служил придворным магом обезумевшего злого короля. Но невесть откуда появился воин-самоучка из деревни и одолел их обоих. Что за вздор? Не верю ни единому слову. Так, это все, что ты хотел сказать? Так, у нас первый противник. Глядите, настоящие гоблины. Раньше я видел их только в библиотечных книгах. Какие-то недотепы. Поколотим их и заберем все из карманов. Или нужно наоборот? Вечно забываю. Эй, откуда столько негатива? Черт, они окружают нас. Так как там звучало это боевое заклинание? Не слишком храбрый молодой гоблин пугается ударов в ближнем бою. Такс, да я понял, понял. Перемещаемся сюда и бьем его. Страх. Эй, ты сразу убежал, испугался. А мы продолжаем. Все. Отлично, друзья мои. Все очень даже круто. Да, задали мы им трепку. Вот это была заварушка. Теперь ты видишь, с какими героями путешествуешь. Наслышано о ваших подвигах. На вечеринке первокурсников первыми уснули после кружки сливочного эля. Да это было всего лишь один раз. Так что у нас тут? Странный сундук, кажется, он шевелится. Как интересно, надо открыть. По-моему, именно так выглядят сундуки со всякими неприятностями внутри. Может, пойдем отсюда? Я открою. Вы открыли сундук и обнаружили там послушника Академии. Всемогущий Астрал Руфус, как ты здесь оказался? Ох, вы-то успели сбежать, а вот меня магистр поймал и выкинул из Академии в прямом смысле слова. Прямо в этом сундуке. Прямо в этом сундуке. Ух ты, лучница. Мы патрулируем эти земли, ловим преступников. Видели кого-нибудь? Да, на нас напали гоблины неподалеку отсюда. На силу от них отбились. Это мелюзга. Мы ищем настоящих злодеев, которые разгромили наш лагерь. Они владеют магией. Магия? Думаю, я могла бы разобраться, кто стоит за этим. Я же выпускница Академии. Ого, волшебники очень редко покидают стены Академии. Будем рады сопровождать вас. Так, ко мне присоединяются лучники. Стоять! Это грабеж! Еще шаг и пристрелю вас на месте! Это Барни, не бойтесь. Он и в кабаната попадает через раз. Эй, с дороги!
Лучницы, я знаю, что ваш лагерь разгромили. Теперь-то я поквитаюсь за своих друзей, которых вы упрятали в тюрьму. Астральные хляби. У него есть ручные волки. Не нравится мне все это. Главное, не подпустить их к лучникам. Поддался в разбой, едва научившись стрелять. Может справиться с овцой, но быка вряд ли уже одолеет. Что-то у нас какая-то армия кисленькая, если честно. Так, ну понятно, что он стреляет. Чем дальше, тем слабее. Это мы все уже знаем. Выбираем волка. На тебе. Куда? Тихо. Придется проучить его. На. Да чтоб тебе. Все, минус волчара. Так, пошли, монах. Тюм. Порази его, стрела. Промах. Действительно промахивается. На. Полежи, отдохни. Прекрасно. Так, что у нас тут такое? А, вот и наш лагерь. И видите, во что его превратили нападавшие. Странно, здесь нет следов нападавших. Неужели они летают? А это что? Какой-то странный колчан. Это волшебные ледяные стрелы. Мы используем их только в крайнем случае. И похоже, сейчас тот самый случай. Лучницы получили способность ледяной выстрел. Так, с этими ребятами мы уже знакомы. Не понаслышке. Подойдите ближе, смертные. Блин, астральная суть. Это еще что такое? Это призраки, интересно. Судя по книгам, их нельзя встретить в наших краях. Точно, эти призраки и напали на наш лагерь. В прошлый раз битва с ними явно не задалась. Зато сейчас она задастся. Таинственное создание из потустороннего мира. Шанс испугать цель ударом. Угу. Выбираем способность. И запускаем эту ледяную стрелу. На тебе. Монах, тебе придется выступать. Как защитник будешь теперь у меня. Так, а мы с тобой влупим-ка вот сюда. Такой маленький урон наносим, если честно. Ох ты. Надо лучницу выручать срочно, ребят. Да чтоб тебя. Сейчас, на. Минус призрак. Я все-таки бомбану. Страх. Убегает, убегает. Дай-ка я отойду и шмальну. Есть. Так, два призрака мы с тобой подбили. Такие сильные призраки не могут появиться просто так. Кто за этим всем стоит? Понятия не имею. Наше дело метко стрелять. А вот у меня есть смутные подозрения. Нужно поскорее добраться до великой библиотеки. Так, а что у нас тут? Вот чертовщина, мы просто решили срезать через кладбище, а тут эти проклятущие твари. Вы их тоже видели? Не беспокойтесь, мы разобрались с призраками. Правда? Фух, я не из робкого десятка, но от такой чертовщины у меня аж волосы на бороде зашевелились. Мы направляемся в великую библиотеку. Мудрецы разберутся, что здесь происходит. Вы? Одни и в библиотеку? Смелости не занимать. Ладно уж. И мы с вами. Может, там хоть ума наберемся. Кузнецы к нам присоединились. Так, секундочку. Кузнецы, тут разбойник, там гоблин. Куда идти? Я пойду, наверное, на гоблинов. Хм, кто это шарится по нашим лесам? Мы просто пройдем мимо, не беспокойтесь. Ну уж нет, в прошлый раз ваши лучницы потоптали все грибы и даже ценнейший мох. У нас было важное задание по поимке опасного преступника. Хм, так это вы поймали ворга Веслоухова? Бей их! Ворга Веслоухова.
Так, обитатель высокогорья, вооруженный самодельной пикой. То, что вот волки у них есть, это плохо. Так, ну что, нам придется выходить вперед. Даже вот так вот. Ах ты, комочком бросаешься. Ну-ка. Кузнец, а у тебя нету, да? Ты не можешь в этой версии бомбить молниями. Понял. Смотри, что творит, а. Так, ну-ка. Минус волчара. Ну, это, конечно, универсалы. У них мало того, что они копья. Это, конечно, и в ближнем... Ой, в дальнем бою бомбят. Ты думаешь, ты от меня уйдешь? Кузнец. На, по башке получил. Лежать. Уровень получим сейчас. Козырно, друзья мои. Мы получаем уровень. Получили 3 новых очка таланта. Плюс лидерство 20. Вы получили очки талантов. Используйте их для обучения. Так. Ветка силы увеличивает атаку. Ветка мудрости защиту. Так, ветка силы. Или вот это вот. Давай, наверное, эрудит изучить. Так, плюс 10% к доходам от битв. Ну, я понял, что недостаточно у нас талантов. А это что? Плюс 1 к магии в начале раунда. О, это будет хорошо. Так, это мой отряд. Это мой герой. Окей. Так, ну что, посмотрим. Вы вовремя. Учебники для младших курсов только что привезли. Рекомендовано самим верховным магистром. Кстати, осторожнее ходите мимо леса. Местные гоблины очень вспыльчивые. Хе, мы уже заметили. Купить. Купить. Почему бы не купить, да? А что эта книга дает мне? Я ее купил. А для чего? Для чего я купил эту книгу? Я не знаю, ребят. Слушай, а тут, смотри, какая-то пещерка очень странная. Ну что? Придется, наверное, навалять. Эй, как вы пробрались через призраков? Мы что, зря их пробудили? Что-то не похоже вы на опытных некромантов. А тут дело не хитрое. Нам сказали костяшки разворошить, да и волшебным эликсиром полить. И кто же с вами поделился этим волшебным эликсиром? Хм, сами раздобыли в великой библиотеке. Там этого добра полно. Что происходит? Неужели мудрецы стали продавать эликсиры проходимцам? Этого не может быть. Я тоже в это не верю. Так, опытный грабитель, выискивающий слабую жертву, стреляет. Хитрый грабитель с больших малых дорог. Так, эти бегуны, они меня напрягают. Серьезно тебе говорю. Так, давай-ка, монах, пойдем. Ты у нас парень. Вот монах здесь крепкий. Вот в этой части игры, да? Так, подожди-ка, надо нам, наверное, вот этого наказать. Тиму. Кузнец, звезданикай по нему. Тихо. Да куда ж ты? На. Ты глянь-ка, а? Отойдем. Добьешь? Хорошо. Так, деньги выпали из него, прикинь. Промах. Так, монах, убей его. Блин, не хватает тебе мощей убить его. Придется тыкать. 4 монеты. Все-таки они хотят мне, да, лучницу ушатать полностью. А вот получится ли у них? Попробуем. У нас даже нет с тобой книги заклинаний еще, ё-моё. Блин, сейчас убьют, а? Хорошо, что он может иногда промахиваться. Угу, на тебе по башке. Так, лучница. Стреляем.
На-ка тебе. Ты от монаха не убежишь, парень. И от лучницы тем более. Так, кузнец. Ага. Все, блин, хотел сказать все. Вот теперь все. Так, воскресили. Ага, лагерь. Наконец-то, главный лагерь горных патрулей. Здесь можно пополнить запасы или нанять новых бойцов. Даже послушники есть. Вон где оседают отчисленные. Думаю, стоит усилить наш отряд, прежде чем идти дальше. Я полностью согласен. Блин. Давай вот так вот сделаем. Конечно, хотелось монаха взять, но, ребят, мы ограничены. А вот здесь что? Смотрите, лавина идет. Спокойно, у меня есть свиток остановки лавин для особенных случаев. Но сработает только на одну дорогу. Ага. Давай сюда. Интересно, какая битва ждала бы нас на другой дороге? Грррр. Кто выпустил волков? Кто? Кто? Да уж без разницы, держитесь, начинается заварушка. Кузнец. Так, снежный волк, обитающий в горах. Магический укус. Так, магический укус, да, у тебя, значит? Ох ты. Ты же у нас... Ага, защита. Ну, лучше бы, конечно, ты кузнецу бы эту защиту сделал. Ладно, шваркнем сейчас, попробуем. Ага, фига себе, шваркнем. Встанем на защиту. Так, монах, бомби. Так, лучницу сюда поставим. На тебе, волчара, позорный. Бамс. Кузнец хорош. Не надо. Так, минус. Давай-ка мы уйдем сюда. Бумс. Ты смотри, и там куснул, и здесь куснул. Так, мы можем с тобой... А, нет, не можем. Отлично. Тю, замедлили. Добили. Прекрасно. Что это там? Похоже, в логове волков кто-то оставил накидку. Хм, надеюсь, ее обладатель спасся. Так, мы получили накидку путешественника. Ну, наконец-то, хоть что-то у нас появилось. Ого! Ты... Ты посмотри, это какие-то элитники, ребята. Мне кажется, мне туда еще рано идти. Давай-ка мы вот здесь, наверное, повоюем. Купить. Купить. Так, я этих призраков... О, подожди! Еще призраки. Мы драпали совершенно других. Сколько же их расплодилось. Разберемся с ними так же, как и с остальными. Легко быть храбро на расстоянии выстрела. Попробуй встретиться с ними в ближнем бою. Ну, такой удел. Так, этот призрак обладает магическими силами. Магический выстрел, да-да-да, это я помню. А? Так. Надо замедлять их. Так, кузнец, нам надо с тобой выдвигаться. Тебе защиту повесили. Так что будешь теперь как этот у нас. Блин, все в лучницу. Все в лучницу, а, летит. Паршивцы такие. Угу. Ну серьезно, что ли, а? Так, хорошо. А эти не угомонятся, да? Ну-ка, лупи.
Кузнец добью. Так, подожди. Тюх. Добьем. Да ты твою. Готов, хлопчик. Все-таки одну уничтожили мне, да? Лучницу. Я думаю, она все-таки рисанется в конце. Хотелось бы в это верить. Ну-ка, добей. Да ё-моё, я думал, что добить ты сможешь. Ну, нет, не может, ребят. Сейчас-то, вот так вот. На-ка тебе. Добей, пожалуйста. Все. Так, рисанули мы с тобой обратно эту лучницу, которую потеряли. Что у нас здесь? Это лучшая кузница в округе. Мы готовы помочь вам в пути за умеренную плату. Кстати, наш лучший кузнец может наделить молоты волшебными свойствами. Так и быть, сегодня сделаем скидку. Ага. Ага. 200 монет стоит. Слушай, а тут пещерка, ребят, есть какая-то. Что за пещера? В этом подземелье частенько встречались всевозможные бандиты. Аккуратнее. Войдем в подземелье. Так, ну что, монах, пойдем. Вместе с кузнецом. Тюф. Знаешь же, куда бомбить, а? Так, ну-ка. Ну, волк не жилец. Наверное. Добьешь? Ну, они тоже нам тут не особо сильно вреда наносят. Промах к тому же. Повышение защиты. Так, а тут если нажать, например, автобой, он работает вообще или нет? Нет, подожди. А, какой автобой это? Во, на повышенной скорости надо играть. Кстати, вот это что у нас дает? Ага, показывает здоровье. Все, отлично, так даже будет лучше. А это? Понятно. На. Уровень... Нет, уровень не получаем. А что мы вообще, для чего здесь? Хм. Странно. Блин, я вот не знаю, ребята, сможем ли мы вот здесь вот справиться? Вот, вот здесь вот. Смотри. Я рыцарь льда, повелитель бурь, крушитель сердец. Любой, кто приблизится к моей музе, познает мощь моего меча. Хм, знакомый парень. Не он ли накослял мне в младшей школе? Суровый воитель снежных земель. Магический удар. Нифига у него тут. Наносит магический урон противнику в радиусе 3 клеток. Обездвиживаю его на 1 раунд. Офигеть. Хм. Я, наверное, его замедлю. Для начала хотя бы. Фига, волки-то, ты посмотри. О-ля-ля. Блин, мне кажется, мы не пройдем. Надо сваливать. Надо свалить, ребята, это какой-то бред. Ваша армия слишком поспешно вступила. Попробуйте продержаться дольше, и судьба отблагословит вас. Какая судьба меня отблагословит? Я не знаю, как здесь... Вот тут обычный бой.
Пойдем сюда, наверное. Эй, это наша территория. Разворачивайтесь и проваливайте туда, откуда пришли. Но нам нужно великую библиотеку, срочно. Ха-ха, теперь ее контролируем мы. Старцы готовят для нас эликсиры, а мы распродаем их. Какой ужас. Вас нужно остановить, пока не поздно. Попробуйте. Мы наложили заклятие смерти на наши стрелы. Не думайте, что вы выживете после этого. Так, не гнушается любой работенки. Это батрак. Коварный наемник гильдии убийц. Стреляет без штрафа на дальность. Это плохо. Ух ты. Чухотник. На тебе. Так, давай потихоньку выдвигаться. А, блин, ты достал, а? Блин, мне придется тут пыхтеть, наверное, чтобы его уничтожить. На. Ты посмотри, а? Он отравляет еще. Да что ж ты будешь делать-то? Так, монах, давай. Стреляем. Слишком маленькая, блин, армия у нас, да? Нам бы побольше ее. Так, защиту. Пробили. Я, наверное, пойду потихоньку пока. Ну все, гаденыш. Сейчас мы тебя тут вырубим. Сопротивляется еще тут, барахтается что-то. Посмотри на него. Есть. Уровень? Да, уровень, друзья. Лидерство плюс 40. Вы можете добавить больше бойцов в свой отряд. И 3 очка талантов. Так, того сколько у нас очков-то? 4. Плюс 1 к магии в начале раунда. Применить 2 заклинания за раунд. Угу. Так. Фига там, чувачок. Слушайте, не кажется, что здесь как-то усложненно? Давай сюда зайдем. Ха-ха, вот и новая жертва. Горстка простаков во главе с какой-то дамочкой. Наконец-то расплачусь долгами в баре. А как же новый лук? Ты обещал его купить. А в этих краях такие простаки, что он нам точно не понадобится. Блин, нифига они бегают, конечно. Ускорение. Давай-ка подойдем. Эх, твою налево, ну. Отойди, пожалуйста. На-ка тебе. Че, они хотят мне монах, что ли, ушатать? Так, минус. Наверное, так, я не знаю, поможет это как-то хоть чем-то. Это все подходит, все поближе, поближе подходит к нам. Лучник-то этот. Ну вот, сейчас мы и до тебя доберемся. Паршивец ты такой. Такие, говорит, простаки, да, что нам лук не понадобится. Да что ты убегаешь-то, а? Кузнец, давай ему нахлобучивай. Ты посмотри, а.
блин, ну он перекрыл мне путь. По-моему, мы с тобой уже не воскресим этот отряд монахов. Или воскресим? Воскресили, ё-моё. Так, что у нас тут? Эй, нечего здесь лазить, этот склад великой библиотеки. Здесь мы храним самые опасные и самые ненужные вещи. Может, мы и найдем что-нибудь полезное у тебя? Хм, по правде говоря, у меня тут есть несколько неучтенных вещей. Только это все между нами. Ух ты. Купить, купить. Так. Обруч мудрости и ряса волшебника. Отлично. Так. Ну, вот дальше я просто ума не приложу, как мне вот здесь вот пройти. Здесь босяцкий и здесь босяцкий. Армии шиша нет. Надо, наверное... А где тут заработать? Только в подземелье вот в этом бомбить, если. Других вариантов я не вижу. Ладно, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!